Все, мы пошли на посадку. Ура! Эль, не беги, аккуратненько, ладно? Это вот самолет стыкуется, Эду, понял? Вот 16 номер. 16 А, Б, С, Д. Шестнадцатый, ищи номер. Наверху где-то пишут они. 25. Так. 16, 16 ищите. Все, 16, А, Б, С, Д, садитесь. Мы улетаем. Ой, как тебе полет? Да, вообще все отлично. Я не понимаю, что происходит. Что, прикольно? Да, прикольно, но а тебе давай. Ну, давление такое есть, да? Сейчас вырвемся самолет, и уже будет нормально. Эдвин сейчас пойдет к небесам в туалет. У Эдвина возник вопрос, если он сходит в туалет, куда это все полетит? Это все летит в воздухе, оно там на мелкие кусочки, да. И людям на голову. Я шатаю. Да? Все, мы прилетели в Москву. Эдвин. Все, сейчас мы в Москве. Че, как тебе полет был? Вы наш самолет. Как мы летели на таком самолете? Да, вот на зеленом мы летели. Сейчас мы будем пересаживаться. Надо билеты достать и полетим. Еще один самолет. Еще один самолетик будет, который полетит уже в Минск. В принципе, мы недолго, да, летели. Покушали, все уже здесь. Все, пошлите. Сейчас будем искать свой рейс. И будем регистрироваться, и можем там перекусить. Все, мы в Домодедово. Выход в город, багаж. Сейчас пойдем там регистрацию найдем. В Москве несколько аэропортов. Это Домодедово. А сколько? Не знаю, там 2 или 3, сколько там это. Но не один точно. Ну, давайте. Ходите в тубзик. Как происходит давка? Ну ладно, это не давка. Предпосадочный. Давай.
Ты куда едешь, Милан? Не знаю. На самолет, как папа, ты знаешь? Папа, такое чувство, как будто бы здесь нету колес, а как-то летаем мы. Да? Да. Тебя, нет. Меня обманули, мы на плывем. Автобусе поедем. Да. Никаких самолетов. А прикинь, реально так нравится. Ну, сейчас тоже ездит. Мы же поэтому по трапу будем подниматься, да? Что будем? По трапу, да, подниматься. Ну, как да. Это там правильно делать? Подожди. Ну, кстати, дождик идет. Мы будем на самолете смотреть, как это катится. Да. Самое главное, чтобы у нас багаж был там, в Минске, где-нибудь не потерялся. Мы сейчас в самолете, который полетит в Минск. Самолет называется фирма Белавия. Будем лететь где-то 1:20. Можно так что? Можно. Нет. Можно. Пусть там. Пока же не взлетаем. И у нас тут местечко попалось хорошее. Для ног очень широко, удобненько. Так сказать, VIP-класс получился. Да. Вообще классно. Ну, я думаю, что из-за того, что мы заранее зарегистрировались. Читает журналы. Да, гламурные журнальчики, рассматривает девочек. Что там в журналах смотришь, Эдвин? Покушали, было очень вкусно, продолжаем лететь, нам сказали, что из-за дождя мы чуть-чуть погоняем еще. Короче, командир этого самолета проспал, короче, не туда уехал, улетел. В Болин, говорит, не туда улетел, сейчас обратно вернемся. Так что вместо 1:20 мы будем лететь 2 часа. Ну, прикольно. Что, мне нравится. Полетаю. Тем более у нас местечко попалось, прям как VIP. Там дальше находится VIP-зона. И она, в принципе, ничем не отличается от нашей. Все отличие только в том, что у них дороже 5 раз. А мы пред-VIP-зона, а при этом билеты обычные, стандартные. Единственное, им там побухать еще дают, нам бухать не дают, да?
принципе, мы не против, потому что мы не бухаем, так что вообще пока. Багаж, мы уже находимся в Минске, быстро очень прилетели. Че, хватанешь? Это ловля багажа. Поймай свой багаж. Классно. Эдвин поймал наш багаж. Отлично. Только его снизу что-то расстегнули. Его расстегнули, да. Зачем его расстегнули? Где он отстегнулся? А у тебя там это кодовый этот же был, да? Замок? Да. Давай посмотрим внутри. Сними чехол, посмотри. Вроде закрыт. Сейчас мы пойдем посмотрим, где тут есть такси, и поедем в гостиницу. Вот все, мы в городе Минск. Вон такси вот. Взяли такси. В русских рублях получается 1000 рублей. Доезжаем до нашей гостиницы. Курс здесь идет 32 рубля к одному белорусскому. Да, давай сюда все закинем. Сколько километров, говоришь? Ой, ну где-то 50, наверное. 50? 50 километров от аэропорта. Вот это аэропорт у нас такой. Не у нас, а у вас. Национальный аэропорт Минск. Да. Все, все, давай, садитесь. На дорогу не ходи. Ну ладно, пошли. Давай, 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 садимся. Здесь сразу есть место, где можете заказать такси, так что без проблем. Опа. Ничего, поснимаю? Да, ничего. Мы типа блогер. В Башкирии мы сам популярные. Ну, откуда мы приехали вообще? С Уфы. Там народ заинтересуется, как здесь проходит эта процедура. Я приложение скачал, какая-то пятница,
такси у вас, да? Да, 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 есть такая. Да, не успел воспользоваться, а тут смотрю, у вас вот эти трансферы. Может, чуть подороже, конечно, трансфер, но зато верняк. Нет, такси будет дороже. Да? А такси будет дороже? Да, такси будет дороже. А я насколько знаю, этот дороже наоборот вроде трансфер, нет? Нет, у нас самая низкая цена. Так, странненько. У нас что-то как-то наоборот. Хорошо. У вас один аэропорт, да? Да, у нас есть второй, но он в центре города, и он уже на закрытии готовится. А, не функционирует. Да, он уже свои функции как-то. Да. Ну, в общем, основной аэропорт. Да. Короче, аэропорт здесь один, прилетаете, заходите сразу, как только выходите, сразу можно заказать такси. Да, можно и заранее заказать на сайте, у нас есть такое-то, что бронируют машины сразу. А. Это вам просто повезло, что вы еще не попали, пока... Машин не было, да? Да, да, да. У нас очень много случаев, когда прилетают люди, а машин у нас уже нету, потому что половина забронирована, а половина так расхватали и все. Но если честно, у нас такая везуха сегодня. В самолетах у нас с пересадкой через Москву. Угу. В первом самолете место вот хорошее есть, там где широко сидит. Да, да. Второй вариант, там следующая вип-зона же есть, вот это где. А мы перед вип-зоной, такая же ширина, все. Прям везуха. Но... Потому что мы здесь по такому, во-первых, увидели 777, да, потом да, да, АМ, потом... Короче, нормальный денек. Ну, то есть машины вам повезли. И, ну вот я и говорю, еще дополнительно с машины вообще без проблем. Я думаю, блин, сейчас заказывать, сейчас что-то еще искать. Сейчас гостиница повезет и вообще. Ну, гостиница, ну, в принципе, нормальная гостиница. Нет, гостиница нормальная. По местным меркам иметь в виду. Папа, не самое главное красота, самое главное, что ты поспишь, кайфанешь. Не, не то, что это, ну, красота, сервис какой-то должен быть. Не, ну это понятно. Мало ли куда там придешь, потравишься что-нибудь, непонятно, да, съешь. Да. Вопрос мне бабушка. 2-3 рублика сэкономишь и все. Потом ногу не тазик будешь записать. Они с собой брали кусок земли, на которой родились. И вот, когда уже война закончилась, то есть они уже шли домой. И они, грубо говоря, ну, эту землю возвращали, да, в одно место. Землю, да? Возвращали в одно место. Естественно, это искусственно подняли. И вот монумент ввели в виде трех спиц. А три спицы — это три фронта. Направления, где велись, да, эти, да, бои? Да. А там дорожки есть, да, наверх это? Вот это белое, это ступеньки. Можно подняться? Да, да, конечно, без проблем. Нифига себе. Красиво сделали. Все, мы приехали в гостиницу. Называется Славянская, на ресепшн. Можно посмотреть время. Сейчас в Лондоне, в Минске, в Москве. Но в Минске только 10 часов. Ага. Смотри, мы прошли через эту штуку, а здесь-то была дверь. Ну ладно. Мы прошли круто, зато.